Справедливость восторжествовала. Ученики Татьяны Николаевны Коноваловой ликуют. Любимый педагог вернулся на работу. Октябрьский районный суд обязал руководство Ивановской музыкальной школы номер 6 восстановить учителя на своем рабочем месте. Однако педагогу музыки пришлось переехать из своего красиво оформленного кабинета совсем в другой класс общеобразовательной школы, который освобождается только в 2 часа дня и где стоит старая расстроенная пианино. Мы не ожидали, что ее там примут с распростертыми объятиями. Но что вот так будет, причем ее еще лишили нагрузки где-то в 2 раза, забрав младшеклассников и не выдав новых первоклассников. А педагогам каждый год выдаются новые первоклассники. Объяснено это было в варианте «я хочу». Как хочу, так и делаю, я директор. Добиться справедливости было нелегко. Сначала проверка трудовой инспекции, затем судебная тяжба. Наш телеканал уже рассказывал о том, что Татьяну Николаевну, педагога с 40-летним стажем, уволили в июне этого года. Директор школы Ольга Родина подписала увольнение за некие прогулы месячной давности. Хотя на самом деле Татьяна Николаевна ненадолго отлучалась между уроками по уважительной причине, чтобы посетить врача. Она в больничную ушла только когда отпустила ребят на каникулы. Это подтвердили свидетели, в том числе лечащий врач. Она взяла листок нетрудоспособности. Выполняла все мои, так сказать, рекомендации, уколы. То есть она ходила, делала в этом плане, продувание мы делали. То есть она впереди лечения. В ходе заседания стороны пытались договориться о разрешении ситуации мирным путем. Страна ответчика предложила следующий вариант. Изменить формулировку увольнения, то есть по соглашению сторон. Такая мировая истца, естественно, не устроила. Адвокатам Татьяны Николаевны удалось доказать, что увольнение было необоснованным. Кроме того, суд обязал ответчика выплатить моральную компенсацию в размере 5000 рублей. Мое понимание как специалиста по гражданскому праву, такая ничтожно маленькая компенсация морального вреда и даже по-человечески вообще не укладывается, да, в мировоззрение, к сожалению. Это единственное, да, что нас не совсем устраивает. Но таковы у нас правовые реалии, к сожалению, сейчас в России. Поэтому мы рады, что мы сумели помочь работнику. Это было непросто. И дальше будем надеяться, что эта ситуация разрешится благополучно для работника, что он найдет общий язык с администрацией, потому что цель все-таки Татьяны Николаевны – это продолжить работу в школе. Выиграть это непростое дело во многом помогли ученики и их родители, которые поддержали любимого педагога в непростой ситуации. Они обещают, что будут продолжать занятия музыкой, в каких бы условиях они ни проходили. Любовь Почерникова, Антон Осипов, Денис Денисов, РТВ Иваново.